Доброе утро. Хочу вот вам презентовать новый ящичек для рукоделия. Вернее, то, что рукодельницы будут в этот ящичек складывать, а им есть чего в этот ящичек ложить. Вот. Очередной такой ящичек или шкатулка, как хотите, так и называйте. Хочу вам показать. Вот такое вот решение пришло мне в голову. Вот. Боковые ящички, передние, видите. И вот так же и сверху. Вот такие вот объемы. Вот видите, здесь отверстие под ручку. Ну, чтобы открывалось, мне пришлось отверстие побольше сделать. Вот, а чтобы ничего не выпадало, мне пришлось вот сюда вот таким вот образом вклеить планочку. Вот. Посадил я эту планочку на шканты, с краем будет держаться на века. Вот такая вот. Простой ящик, но надеюсь, будет удобнее. Вот такие вот объемы. Вот. То есть весь ящик заполнен. Вот, маленькими такими, вот, видите, со всех сторон, то есть весь объем можно заполнить. Так что вот смотрите, это вот моя рукодельница, вот такие вещи, это пэтчворк вот, делает, поэтому ей необходимы эти объемы для хранения вот всех своих вещей. Вот. Допустим, этот она уже забила полностью. Вот. Видите. Вот. Поэтому необходимо расширяться. Вот эти ящички, шкафчики будут ей. Очередное складывание всех своих вещей. Вот. Спасибо за внимание.